всем привет подписчикам канала. И мы идем на улице Лавицкого возле школы номер 60. Сейчас пройдем мимо и посмотрим, как выглядит школа и как выглядит этот район. Стоматолог написано здесь. И такая отличная погода и тротуар. Здесь много пятиэтажных зданий жилых. Отличная погода, воздух, природа. Здесь такая зеленая территория и такая школа. В таком парке двери. Школа 60-я. Красивый портрет. Иван Иванович Бла-бла-бла. И большой сквер, и парк перед школой. Тут происходит ремонт, как везде, во многих домах. Ремонт и восстановление подъездов уже на данный момент. Уже, наверное, везде заменили окна. В жилых домах установили батареи новые. И теперь уже на данном этапе это ремонт подъездов идут. И установка счетчиков и тому подобное в подъездах. Красоты. И мы пройдемся по проспекту Нахимова от улицы Зелинского и между Приморским парком. Здесь сейчас дома демонтировано и огорожено таким забором и листом. Объявление, уведомление. Некоторые дома демонтированы здесь, пятиэтажные здания. Здесь, конечно, большой парк. Тоже есть он благоустроен, установлены лавочки или церковь. Еще там такое кафе-диван называется, кто знает. А здесь, конечно, тоже с одной стороны это парк, а с другой стороны, возможно, можно сделать здесь тоже какие-то комплексы, жилищные дома, прямо близко к морю будет. Автобусы везут строителей, вроде бы, как видно. И такие домики в Приморском районе.
дом, возле дом быта. Раньше здесь был магазин Максим. В последнее время фермер называется здесь. Зоомагазин. И сам дом быта. Еще с той стороны работает магазин на углу. Его, конечно, нужно восстанавливать, чтобы он работал как прежде. Это здесь всегда был салон красоты. Тоже такой девятиэтажный дом. Там стройка так и давно была, так она и вроде бы не началась. И идем дальше по проспекту Нахимова. С левой стороны это тоже территория, можно сказать, парка. Больше как или заповедник, или растут просто деревья. Можно кататься на велосипедах там. Пожарили раньше шашлыки люди, гуляли. Сейчас тоже, естественно, то же самое происходит. Но тоже можно что-то построить. Очень много места. Вроде бы так. Новая почта, отделение было. Все это переделывается. Что-то новое уже открывается, уже галактика здесь. Ага, Пармесан. Ну, есть и магазины Галактика и родной. Такая сеть уже открывается. Здесь открылся Мана-магазин. Раньше, кто помнит, здесь были строительные материалы. Еще раньше рыбалка тут была, магазин, велосипеды продавали, и кафе тут было. Что тут только не было вообще. Это будет, скорее всего, по объявлениям магазин ПРС рядом. Да, вот здесь был, было кафе или бар. Какой-то. Выходим к перекрестку. Из 15,6. Так, идем дальше по улице проспекта Нахимова. Дельта Рекс, стоматология. Так оно и сохранилось в нормальном состоянии. Аптека здесь. Здесь уже парк в полном в нормальном состоянии. Кафе Эдем тоже. Все здесь относительно по этой улице, по этой стороне сохранилось в нормальном виде. Такое прикольное место еще. Студия красоты. Здесь, конечно, ребята, повредила часть этого дома. К сожалению. Будет что-то восстанавливать, наверное, строители, что-то думать, приводить в порядок этот дом. Это диван, кафе, бар, ресторан. Называйте, как хотите. Уже в нормальном тут состоянии, конечно, эти заведения. Направляемся мимо парка. И такой красивый вид, откуда мы
пришли. Детская площадка и сам парк. Идем дальше по проспекту Нахимова. Здесь находится церковь, сам парк. Приморская администрация вроде бы. И дальше выход, спуск к морю. Такая церковь после остановки. Здесь напротив такая большая церковь. И дорога к морю заканчивается или начинается, можно сказать по-разному, улица, проспект Нахимова. Здесь вот такие сталинки есть, дома сталинского типа, с высоким потолком. Еще остались в нормальном состоянии здесь, слава богу, вот эти дома. И здесь это больница, поликлиника, возле, кто помнит, магазина «Азовья», и здесь кафе. Назывался «Казак», вроде бы так. Также кафе «Сицилия» здесь находится. Мы идем вниз по дороге. Тоже нужно восстановить. Было тоже вроде бы кафе. Уже здесь продукты, и это «Казак» в нормальном более-менее состоянии. Магазин «Маркетанг», кто помнит, здесь магазин «Азовья» был в этом доме. Потом стал это «Шанс» магазин вроде бы. И здесь есть ремонт вот такого, это даже строительство, я бы сказал бы, вот такого дома здесь, который стоял, только были одни плиты. Он практически никак не восстанавливался. Такой красивый дом уже буквально, наверное, за полгода построился. Построили его строители, и Мариуполь восстанавливается к прежнему и даже лучшему виду. Это море, которое находится возле горизонта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего доброго и всего хорошего.